Музыка представляет Rolex. Для меня очень важно, что эта новая страница открылась здесь, в Болгарии, в этом священном месте. Известная болгарская оперная певица выступила на вечернем концерте на площади Святого Александра Невского в центре Софии. Вместе с ней на сцену поднялся легендарный испанский тенор Пласидо Доминго. Это новая страница в биографии Сони Йончевой. Она сама организовала гала-концерт в Софии, продумав все его детали. Потрясающе! У меня мурашки бегут, потому что мы готовились к этому целый год. Невероятно, что это уже происходит. Меня переполняют чувства. Я всегда была связана со своей страной, даже если я не живу здесь уже 20 лет. Душа у меня болгарская, я тут родилась, моя семья живет здесь. Я хотела, чтобы платье мне шила болгарская женщина. Я выбрала его, потому что мне очень нравится, как оно развивается на сцене перед 6000 зрителей. Программа концерта отличалась многообразием. В ее первой части известнейшие арии и дуэты. А во второй – прекрасные испанские сарсуэлы. Я хотела поприветствовать Пласидо у меня в стране музыкой его родины, чтобы он почувствовал себя здесь как дома. Это первая музыка, которую я услышал, потому что моя мама исполняла ее вплоть до 9 месяцев беременности. Я люблю эту музыку. К тому же, это первая музыка, которую я сам стал исполнять. Я горжусь тем, что знакомлю с сарсуэлой весь мир. Пласидо сказал мне сегодня, что «La Marchinera», сарсуэла, которую я сегодня исполняю, одна из моих самых любимых, была также любимой сарсуэлой его матери. Меня это очень тронуло, потому что я очень связана с прошлым. Я никогда не забываю, откуда я происхожу. По-моему, Пласидо такого же рода человек. Артисты подружились после того, как 11 лет назад Сони Йончева победила на конкурсе «Опералия», организованном Пласидо Доминго. Ее пение волшебно. Она не перестает расти. Я имею в виду, ее голос становится богаче. У нее есть легкость, которая сменяется звуком драматического сопрано. Теперь в качестве организатора концерта Сони Йончева отдает себя работе не только на сцене, но и за кулисами. Для меня лично важно, что я могу выражать себя самыми разными способами. Не только как артистка, но также как организатор, который несет искусство людям. Программу «Музыка» вам представил Rolex.